Ну что, друзья, водномоторники, всем очередной привет. Илья Владимир и с вами компания «Прокатись.ру». Время интереснейших новостей. Назовем так, что экстренный выпуск. Значит, у меня для вас есть две классные, свежие, очень замечательные новости. Одна из них плохая, вторая из них хорошая. Ну как плохая? Начнем, наверное, с нее. Первое. Значит, в тех трех выставках, про которые нас периодически спрашивают, проходящих в Москве, в феврале это «Мир охоты и рыболовства», «Бот-шоу» и выставка на Красной Пресне «Охота и рыбалка на Руси», наша компания «Прокатись.ру» и компания «Вибоц» участвовать не будут. Да, я это заявляю, двух компаний. Мы не будем представлять интересные классные лодки «Волжанка» в этот раз на этих выставках. Почему? А вот это вторая очень классная интересная новость. Потому что в конце апреля 2023 года, примерно в 22-23 числа, наша компания «Прокатись.ру» совместно с производителем лодок «Волжанка» «Вибоц», «Волжанка Voyager плюс «Ява» будет проводить в Москве, точнее в Московской области, огромный классный тест-драйв, настоящий тест-драйв лодок. Мы привезем порядка 15 различных корпусов. В «Волжанке» будет порядка 10 лодок. Ожидаются очень интересные новинки. То, что еще никто, я надеюсь, не видел. И мы привезем еще несколько рибов. Привезем прогулочные лодки от компании «СПЭФ», то бишь «Феникс». И привезем еще пару интересных каких-нибудь моделек для того, чтобы вам было интересно выбрать из того, что сейчас есть на этом рынке. Все это сделано для того, чтобы люди не просто ходили шагами по прекрасным павильонам, смотрели, облизывались на лодке, а для того, чтобы именно вы, водомоторники, попробовали. Те люди, которые выбирают, попробовали погонять сами на разных лодках. Лодки будут, начиная с 42-й по 850-ю лодку. Да, это Voyager 850 Илье, так называемая, новиночка будет, классно. Ну и, конечно же, в промежутках будут X7 новая, обновленная, кое-какие еще модельки, которые мы обязательно покажем. В середине марта мы чуть больше расскажем информации по поводу этого тест-драйва. Так что запаситесь терпением, думайте. Те, кто выбирает себе на сезон, мы специально сделали в конце апреля настоящий тест-драйв, так как мы делали осенью 22 года. Погоняем, пообщаемся, повыбираем. Поработаем над ошибками, послушаем вас, вы послушаете нас, покушаем, попьем чайку. Самое главное, отличное настроение, питание обеспечим, вход всем желающим, но самое главное, заинтересованным. Порядок регистрации на данный тест-драйв мы объявим дополнительно в наших телеграм-каналах «Прокатись.ру» и телеграм-канале «Вибоц», также в социальных сетях на официальных страницах. Всем тем, кто собрался на выставке в феврале и в марте 2023 года, эта информация, я думаю, будет очень нужна и интересна. Так что ждем вас на нашем тест-драйве. Это, как нам кажется, очень правильное посещение и вообще событие в 2023 году. 15 лодок в одном месте, несколько дней, это важно, несколько дней, с очень грамотными, интересными, заинтересованными людьми.